Многодетная мать обвиняется в убийстве. Главной подозреваемой Валентине Егоровой 23 года. По версии следствия, она причастна к смерти димитровградца Артема Кондратовича. Она обвиняется в том, что 20 декабря 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из комнат дома 18 по улице Западной, город Димитровграда, в ходе ссоры умышленно с целью лишения жизни нанесла потерпевшему ножом 6 ударов в жизненно важные органы. Это шея и грудную клетку. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Ей предъявлены обвинения по первой части статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное убийство».